Администрация Самары в своем телеграм-канале сообщает, что в городе пройдет фестиваль «Ярмарка вкусов», приуроченный ко Дню работника торговли. Он состоится 23 и 24 июля на площади Куйбышева. В субботу 23 июля с 11 утра до 9 вечера будет работать ярмарка товаров местных производителей по сниженным ценам. Также гостей ждет гастромаркет с дегустацией «Гриль а-ля Рус», мастер-классы по приготовлению на открытом огне по секретным ресторанным рецептурам, интерактивная программа для детей, призы и подарки. В воскресенье 24 июля гостей также ждет насыщенная программа, но в этот день ярмарка закончит свою работу чуть раньше в 18 часов. В телеграм-канале Самарского района напоминают, что если вы не зарегистрировали недвижимость, будьте готовы к тому, что ее могут передать другому лицу. Вас признают нарушителем земельного законодательства и оштрафуют. Вы можете стать жертвой мошенников. Чтобы оформить дом и участок, нужно обратиться в районную администрацию с имеющимися документами на недвижимость. Это может быть договор купли-продажи, свидетельство на собственность старого образца, договор социального найма. Администрация подготовит проект решения о выявлении правообладателя. Сведения будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминает, что в городе работает выездная реабилитационная бригада для помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями развития. Ее состав формируется в зависимости от необходимых услуг, предоставляемых ребенку и его семье. В нее входят психолог, логопед-дефектолог, врач-невролог, врач-педиатр, медицинская сестра по массажу. Организация плановых выездов специалистов в семьи с детьми-инвалидами, которые не могут пройти курс реабилитации в учреждении, осуществляется на основании заявления на предоставление социальных услуг на протяжении 10 дней.